Массу забыл. Ну что, трудяги, всем здорово. Вашему вниманию представлен новый аппарат. Сейчас все скажу, как он тут появился, каким боком и что он из себя представляет. Выжимаем сцепление. Его в склад, и там все расскажу как раз. А еще нам нужно заменить будет лопату на ковш. Ну что, приступим. Сначала надо записать, как, чего и почему, рассказать. А потом уж ощущение исполнишь. В общем, не знаю. Давно мысли на канале говорил, что хотелось попробовать мини-трактор в деревню. Не знаю, кто смотрит меня тщательно, тот это видел. То есть каждый раз на выставках подойдешь маленький, посмотришь, там 30-50 лошадей посидишь. Ну, блин, реально прикольная вещь, реально прикольная игрушка. И понимаешь, что в хозяйство, ну, реально есть тема такое купить. Элементарно, просто посмотрите вот на это начало. Маленький ковшик. Вы посмотрите его габариты. Это просто офигеть. Вот тот момент выгрузки, когда он подъехал, он просто открылся, открылись ворота, да, на газельке. И стоит вот этот. Я такой думаю, ни хрена себе просто. А по технической части не будем долго мусолить. Все точно самое классическое. Кто в теме, кто хочет работать, тот это понимает. И углубляться в это смысла я никакого не вижу. А, в общем, по трактору. Что у нас имеется? Диапазон передачи. А, повышенная, пониженная, задняя, первая, вторая, третья. А, передачи. Пару раз я только с отпуском сцепления, то есть, как получается, с классической нашей перегазовкой включал. В остальном случае передачи искать особо не надо, все не находится, и втыкаются они без заминок. Кабины нету на этой модели трактора. Обслуживание. Так, каждый прочел, кому что надо? Угу, прочли. А вместе с этим трактором мне как бы дали... А в комплекте переднее навесное оборудование, то есть сама установка грузоподъемностью 500 кг, да? А сама ее вроде масса как 190 кг, получается ковш, и еще отвал есть, отвал вы видели. Сама она крепится по низу еще трактора, клиренс уменьшается, да, соответственно, но зато тут уже установка есть. И, соответственно, сзади
у нас находится экскаваторная установка. Она тоже офигенно компактных размеров, она маленькая. Мы ее попробуем, приедет Глебушка, где мы металл рыли, мы поедем, попробуем. Сейчас земля еще чуть больше отойдет, поедем в действие ее попробуем, с Глебом видосик запилим. Ну а теперь самое главное, как и почему этот трактор попал в наше хозяйство. Значит, лежу я с Саней, смотрим фильм с женой. Пишет компания Кронос. Типа, так и так, мы вот смотрим ваш YouTube-канал, мы как бы, нам это все нравится, нам нравится ваша реализация, подача контента, именно подача того, без сценариев, без рекламных каких-то интеграций, роликов, вот это вот все. Мы готовы вам просто привести, вы покажете, вы расскажете и сделаете вывод, сможете ли вы рекомендовать нас, и все. Как бы на таких условиях было все. Ну... Сама мысль покататься на мини-тракторе, как бы вы сами понимаете, да? Конечно, согласился. И сейчас у меня испытание, не знаю, недели 2-3, наверное, этого трактора. То есть мы об нем заботимся, не корябаем ничего, сильно прям не хасаним. Бездорожье, конечно, попробуем, когда снежка сейчас чуть-чуть побольше подвалит, как работает полный привод, там чего, крутится, что не крутится. Ну, без кабины, ничего страшного. Забегая спойлер вперед, с кабиной вы сможете увидеть. Данная модель Кентавр Т244 Pro. Я об нем уже погуглил, почитал, кому интересно. Модель, наверное, достаточно простая, одна из самых доступных на рынке. Белорусский трактор сам. 4х4, масса 1190 кг. Это без, скорее всего, вот этого и вот этого. Все, классика. Маленький передний привод. Так, по двигателю. По двигателю, наверное, скажу чуть позже. Я забыл по-английски это название. По технической части мы разберемся, наверное, в следующем ролике. Я еще раз погуглю. Просто реально для меня главный обзор – это вот на что способен этот малыш. И вот что можно им делать. Вот реально те ощущения, которые ты испытываешь. Двигатель ближайшие, я не знаю, год-два, наверное, три, вы будете лазить только, чтобы обслужить его, масло заменить, посмотреть что-то и все в таком роде. Ну, возможно, ремень там поменять, да? Вот он, по классике. Ремень натянут, фильтра поменять. Опять же, я прям туда не вдавался в подробности, я так мельком посмотрел. И бахаем обзорчик. По той тематике, по которой я могу. Тут я человек такой, вот я такой... И описываю. То есть у меня главное ощущение сначала, как это будет происходить. Угу. По органам управления. Полный привод, сцепление, тормоз, газ, ручной тормоз. Заход, конечно, даже на Т25 был поприкольнее, но мини-трактор я, конечно, ничего не могу сделать. Мини-трактор есть мини-трактор. Так, ну и что? Значит, тут у нас это гидравлика на навеску. То есть вверх-вниз опускается-поднимается. Вот этот рычажок вверх-вниз, ковшик вот так делает туда-сюда. Это у нас ручной газ. Это у нас навеска сама поднимается. Ну, туда-сюда, вверх-вниз. Ну и экскаваторную установку в отдельном ролике. Тут тоже все несложно, все подписано. Свет, поворотники, аварийка, трактор полностью комплектован. По дорогам можно, в принципе, будет перемещаться, если куда-то что-то надо будет. Ручки, железный, капот железный. Так, что у нас тут? Температура. Сколько он сейчас доползет? Рабочие градусов 90, наверное. Давление масла, моточасы, ампераж и уровень топлива. Уровень топлива в процентах. Ну, это светотехника. Масса выключается там. Можно, ну как, не можно, а нужно. Под кабиной. Вот она. Из того, чтобы я еще дополнил, я бы дополнил какой-нибудь замок на заднее навесное устройство и, в принципе, на гидравлику. Потому что я пришел, все как бы цилиндры
расслабились в простонародье. На, именно вот на этой, на задней экскаваторной установке. Ну и пока, наверное, все. Капот, честное слово, я даже не открывал еще. Ага, во как. Сейчас попробуем открыть. Получится, нет. Не лазил ни в техническую часть, никуда. Так, тут уже. Угу. Тойокама. Япан. Японский какой-то. Японский, то есть японский. Ну вы поняли, да? Зачем вы сюда будете лазить? Радиатор, ремень этот, генератор, если что, да? Ремень менять. Ну как бы все, наверное, на этом. Я вам говорю, вы сюда не будете особо лазить. Ну и все. Сейчас закрою. Дальше будем работать. Спереди висят балансиры. Не знаю, сколько они тут весят. Аккумулятор 65 ампер, 650. Это не я сделал. Это как бы уже было. Вот этот. Ну, как я понял, трактор тестовый. Не знаю, откуда это. Это явно не я. Света, то есть это оптика ближний-дальний. Есть. Ну и передний мост. Масленка. Что тут еще есть? Тут масленка что-то открылась. А, намазалась, наверное. Ладно, не буду. Дальше мазать. Лучше пускай в смазке будет, чем закрыто. Правильно? Правильно. Ну что, имеем как имеем. Сейчас у нас главная задача отгрести от стенок. Хорошую соберем в кучку, а плохую прям совсем. Соберем в ковш и выкинем. Ручной тормоз. Так. Оп. Смотрел, там мини-тракторы, они очень дерганые какие-то, прям вот так, вот так вот. Может быть, от работы механизатора зависит. Или может потому, что мы привыкли на больших тракторах это все делать вот так. Не знаю. Не знаю, трудяги. Но пока мне офигеть как нравится. Вообще зачет. Работа выполнена. Ну что, расскажешь пару слов? Нет, ты не надо. Ты только не говори, что ты купил бы, не купил. Ты расскажи впечатление, как едет, как двигается, есть ли люфты где-нибудь. Не знаю. На, попробуй. Это новый трактор. Ну почему? Ну! На, садись! Давай! Ну! Глеб,
ты бы купил себе такой? А если бы трактора вообще не было, бы никакого? Вот был Т-25 по сравнению с этим. Ну это, конечно, перетро. Так он же и маленький. Так он же и маленький. Вот есть у тебя огород, как у нас, картоха была. Ну да. И все. Под огород. И вот 500 тысяч. Ну так. А, ну без этих он будет дешевле. Без этих они не нужны. Навеска. Да? Ну эти просто как. Зачем экскаватор? Ты то сколько он стоит? Я не знаю, я гуглил от 500 до 560, я не знаю, ценам. По ценам там ссылка в описании будет. Что там будет? В пределах. Ну, я знаю то, что он самый доступный на рынке. Китайский, да? И самый надежный. Белорусский. Белорусский? Белорусский. Кентавр. Это в модельном ряду один из самых доступных. Где белорусский, блядь, здесь все. На капоте посмотри. Написано. Посмотри на капоте. И что здесь белорусский? Там написано, сделано в Беларуси. Да? На капоте. А почему иероглифы вон все? Да потому что у нас на кировце иероглифы повсюду. А он российский. Вот поэтому и белорусский. Везде иероглиф. Вот это чей? Это? Тоже не русский. Нет, это не иероглиф. Это гидравлика написано. Что-то еще. Кто там? Кто там мотор? Ой, блин, начинай. Там какие... Тихо-тихо, сейчас я там еще один. Там таких... Такой маленький. О. Работай как бы большой трактор. Давай. Ну, на обычного, наверное, сколько тут? Я только не пойму. Три цилиндра-то маленьких. Да. В темноте не разглядел. Вообще ничего сложного. Движок тоже китайский. Вот насчет этого японский вроде написано какой-то. Да. Тоюкам. По лицензии Япан написано. Типа как Янмар, наверное, у этих на Куботе или где-то. Да. По лицензии. Комплектующий, да, китайский есть, вот и ни о чем, куда без этого. Зато удешевление. 28 лошадей дизельных. Ну так, смотреть до чего он нужен. Для фермера-то он, конечно, слабого. А для частника-то может пойдет. Ну вот, мне вот... Тут кабины нужно, без кабины. С кабины надо доплачивать. Ну это пока что это у меня самая я доступная модель. Этот, один в деревне дома. Один в деревне, который живет. Мало. В Беларуси, наверное. Я не знаю, я таких не смотрю. Ну один в деревне живет, он в Беларуси. Он сначала Т-40 купил, а потом с кабиной купил. И что, доволен? Ну, он бы ушный был. Конечно, доволен не будет. Да хуй там мопат на перекосоюзный. Ну он бы ушный взял. Я бы, конечно, лучше МТ заводил. Если бы у тебя был только огород? А? Если бы у тебя только огород был? Конечно. Ну ты привык к этому. А если человек на тракторах не ездил никогда? Ну, зачем да. Ему белорус? Он себе взял в деревню вот этот и не парится. Летом работает и все. А зимой он не нужен. Надо еще деньги найти. А зимой он не нужен. Это сейчас, конечно, фундамент проводит. Сколько ширина, хорошо. Не знаю. Нормальная коробка работает хорошо, люфтов нету, и едет хорошо, даже буксует. 30 сантиметров. И чё? Вот не знаю, сколько он глубину копает. Вот так сейчас подвод выкопали и меньше напортачили. Да он мало нам копает. А? Не глубоко. Ну, больше метра копает. Ну, больше метра логично. Ну, метр два, наверное. Не знаю, не знаю. Большой сколько наворочил грязь здесь, а это маленький. Ну да. Почему аккуратненько, наверное, можно, я не знаю. А им шесть копали. Пробовали. Ну что, прокатишься? Давай. Сдавай плавненько. Давай, плавненько, диапазончики. Конечно, на повышенный он... Может быть, с этими навесными он присаживается. Надо начинать с первой. Можно, конечно, со второй тронуться, но ему тяжеловато. С какими навесными? Ну, вот с этими. Вес-то он прибавился. А? И что, он с первой только трогается? На повышенной? А ты сейчас на повышенном стоишь? Не, на пониженной. На повышенной со второй, но надо аккуратненько газку поддавать. Япан на радиаторе тоже написано. Сцепление надо выжимать. Защита стоит.
Мусор собрать, мусор отвезти, подвезти. Какое-нибудь частное. Сколько? 2 метра, наверное, высота. Да он не работает, это я выключил его. Сцепление мягкое. Трогается мягенько. Нет! Вот это да, косяк, надо, можно было. Сидушка не греется, жалко. Первая мысль, чтоб сидушка грелась. Вторая передача. Так, трудяги, ну что, как всегда, хотел снять красивый обзор, чтобы по красоте, прям по фэншую, чтобы прям все четенько было. Вон, Саня нарядилась, кепка класс, официальная, брендовая. Упер я ее, вы увидите ролик с классом. А забыл, как называется, с Юг Агро, во. Поставил трактор, съездил к Глебу, оказывается, там... Ну, свои терки были, ладно, это пока это... Ой, не буду заводить, сейчас, а то громко будет. Во! И что мы потом имеем? А, поехал когда? Даванул дождик, ну, понимаете, да? Какое сегодня число? 7 декабря, на улице дождик у нас, правильно, снег выпал и дождик потом ливанул. Ну, соответственно, самое то для обзора. На коптере попробую сейчас запуститься, чуть-чуть поснимать, но... Не знаю, подопытный у меня пока вот этот, потому что Глеб... Глебушка уезжает завтра. Глебушка, мы только на выходные сможем. Только на выходных сможем с Глебушкой поработать. Ну что, как тебе парад? А? А серьезно? Жесть, да, лютая для тебя. Даже кабины нет. А сейчас как поедешь, достану, так вообще угар будет. Залетай. Саня! Жена! Глушняк, да, жена, поможи! Все, бросай. Нажимай сцепление. Тормоз нажимай. Вон тормоз. Отпускай потихонечку. Да все, все, отпускай. Ну что? Не моя рабочая сторона. Обижаю, обижаю. Все нормально? Ну как? А? Рулей. Ну что, загоняем и пойдем. Короче, как так, Сергей. Ну, заглуши пока. Не-не-не, вон ту штучку потяни на себя. Вот эту, на себя. Ага. Во, Сане понравилось. Ну, в общем, что мы пока имеем по выводу. Удобное управление. Руль мягкий. Я бы сказал, очень мягкий. То есть, проблем с поворотами, что-то еще как. Я опять думал, будет у мини-трактора. Такого нету. То есть, для меня это первый раз... Сесть на мини... Ну, зажигание можешь выключить. Не туда. А для... Вот первый раз мини-трактор увидеть, и, конечно, блять, он реально едет мягко.
Ну, если раскочегарится, то да, у него подвески нету. То есть это как Т-25, он будет попрыгивать. Но если рабочие скоростя, то он мягкий, реально. Чувствуется хоть какая-никакая масса у него есть все-таки. Соответственно, что у нас, конец видео. Ссылочка на данный товар по моему промокоду будет в описании. То есть, если вы хотели купить этот товар, если вы рассматривали, ну, как вы понимаете, главное, для чего потребитель привез показать свой товар, ну, как бы показать его в работе, он не боится это сделать. Конечный финал какой. То есть, по моему промокоду, возможно, купить этот трактор будет со скидкой. Не только трактор, остальные модели, навесное оборудование. Ну и все, что вы как бы это планировали делать. Как бы пряник подался немного, скажем так, в маркетинг. Но опять же, маркетинг, да. Но опять же, люди не боятся мне это предоставлять. Люди реально привезли это ко мне в мою голожоповку. То есть, говорит, работайте как бы без проблем. И они понимают, что человек, ну, адекватный, ничего с ним не сделает. Какое-нибудь болото не запустит или где-нибудь еще где-нибудь посеет и скажет, вы, говорит, его заберите. В общем... Кто хотел приобрести, кто думает, кто чего, цены будут повышаться на следующий год, как ни крути. Уже, ну, вы понимаете, к чему я клоню, да, после торжественной речи на праздничную ночь. У нас потом будет жизнь становиться еще чуть веселее, судя по тому, как топливо подрастает резко, да? Не заметил? А, ну, ты не замечаешь. Топливо, цены, молоко стоило сколько? 100? Сейчас 114. Опять же, ты не замечаешь, да? Ну, у меня, может, старческое. То есть, блин, ну как бы, да, туда-сюда, с ни с того, больше 10% поднялась. А, жопа замерзла. Холодно. Я тебе говорил, по летнему не надо одеваться. В лицо. Ага. Ну, в общем, как-то так. Ссылка в описании. По промокоду будет скидка. Будут дальнейшие еще тесты. Выезды, Глебушка, Саня, коптер, потому что погода, ну, сами понимаете, погода в декабре у нас, конечно, только дождик может быть. На связь.